достар, не без покупка килдик. Чана, я приехали на эту заправку. Казахша кино находит. А Тагалай, не помню. Вот наши актеры. Прикольные наши любимые вот актеры. Молоко сегодня буду допивать, чтобы завтра запора не было. Мягко говоря. Эти дни что-то непонятно. Потом вот наши любимые, вот пахнут они прям. Булочки свежие, да? По 0,32 гроши. Вот прям тут дырочки есть, и они пока через эти дырочки. Ага. Сейчас надо посмотреть, кстати, как это кино. Наше казахстанское кино в Польше смотрим. Наши тоже, ну, как же... Хотя бы в кино 2? Надо тогда первую часть посмотреть. Давайте на первую перейдем. Давай. Вот я еще хотела сказать, вот сюда мне слива. Подожди, а где первую часть? А, и вот сосиски, да. Вот сосиски. Вот сосиски обычно. Они подорожали, представляете, 6,9 стоили, сейчас 8,9 на 200 злотых. Но все равно они становятся, все равно выигрывают у всех сосисек, даже казахстанских. И Джана Джолда Бастир Валган Усандай слива? Ну, не слива, где волеем, слива усадья? Да, мама. Маленькая, да. Вот и так ты бы в шахты. Да. Жалко, что надо астировал, так, ну ладно, толба. Да, зато потом... без ранетку астировал. Ой, там два пакета. Екі пакет ранетки, ертен жуамыз, сосын жолда джеймз алжаса. Ертен алжаса, может, көреміз Краковка, я? Жол тартамыз. Хазыр бірінші часть найдем. И что-то не могу найти. Да? Ну, слива өте тәтті, күшті жемісақ. И осындай жолшы бой өсіп тұр, достар. Күшті. Сары слива. Ешкім термит, солай тұр жолда. Это получается, когда выезжаешь же Дольный Дан, в Рославка, да, жолда болды? Я. Мне еще бай заряжаю с большой сотки. Вот, Ники, достар. На жиде жандарма. Полиция была. Кетту уже я вроде. Полиция уехала. Нет. Тунду катавица. Хазырки на куремс. Жақсы күн болсын ертен. Аллах шкур, ертенге дейін. Не, бұл катавица. Тунду катавица. На жиде на отель. Ертен, да, видео саламыз. Келесі видеоға дейін, достар, до следующего видео. Катавица, Польша.